еще. 6 декабря 2021 года. На улице мороз. Утром было минус 15, сейчас минус 11. На даче что-то мне не хочется в такую погоду ехать. И вот уже четвертый раз будем кушать. И это кушание будет сало. Вот такое вот. 7 сантиметров толщиной. В укропчике. Чесночек. С чесночком. Внутри розовое такое. Подруга норовит цвету розовое закрыть, чтоб я не видел. Вот такая красота. И все это сейчас пойдет на сковородочку. И потом яичница будет, глазунья. Ай! А такая жуткая сковородочка. Хорошая. На вид. Это удобно. И уже, наверное, года 4. Может, 10. А может и больше тут комментируют. Вот такое сальце. Сильно его обжаривать нельзя. Только-только, чтобы желудочек все в сторону пустило. И после этого я в него вылил 5 яиц, предварительно раздвинул сало по краям. И вы все это увидите наглядно. Вот так оно зашкварчало. И уже можно переворачивать. Но вот такое переворачивание ни к чему хорошему не приведет. Нужно брать либо на штатив ставить, либо специально обычного человека. Лучше я ее переверну сам двумя руками и покажу вам уже в обжаренном виде. Ну вот, прошло, может, пара минут, и уже можно вот так раздвигать перевернутое сальце по периметру и раздевать сюда яйца. Вот так вот. Яйца разбиты, окно открыто, дым коромышком, и вот таким образом. Все это дело делается. Главное сохранить желтки, чтобы они оказались не тронуты. И вот таким образом все это нужно шевелить, не дотрагиваясь до желтков. Все приготовление яичницы, за что мне это блюдо нравится, но максимум 5 минут. Вот все, в принципе. Готово. Выключаем и снимаем. О, вот так вот. Очень удобно стоять спиной к ветерку из окна. Так, да? Весь пар сдувает от камеры. Ну и обязательно нужно тут же залить водой скорлупу. Вот таким образом, чтобы приготовить вот эту жидкость для полива дождевых червячков.